основные типы деформаций могут быть продемонстрированы при помощи следующей модели упруго деформируемого тела. Модель состоит из ряда параллельных пластин, соединенных между собой упругими элементами, пружинами. Деформации подразделяются на однородные и неоднородные. Основные типы однородных деформаций. Деформация растяжения сжатия. И деформация сдвига. Основные типы неоднородных деформаций. Деформация неоднородного растяжения сжатия и сгиб. Различные части тела при этом подвергаются различным деформациям. И неоднородный сдвиг – кручение. Основные типы неоднородных деформаций, изгиб и кручение, могут быть продемонстрированы при помощи резиновых моделей. На бруске нанесена квадратная сетка, и при изгибе этого бруска мы легко наблюдаем различную деформацию растяжения или сжатия в разных местах бруска. Это деформация изгиба, неоднородное растяжение сжатия. Штырьки, воткнутые во второй резиновый брусок, позволяют легко наблюдать деформацию кручения, то есть неоднородного сдвига.